Давно это было. Поймал как-то в лесу великан-людоед большевичка. Принес домой и посадил в берестяную коробочку. А сам наблюдает, как тот большевичок размножаться в неволе будет. А большевичок размножился так быстро и обильно, что пришлось его по другим берестяным коробочкам рассовывать. По осени пошел великан в город с лукошком людишек пособирать, да на зиму и горемышных насушить. Сам-то великан людоедом был, говна всякого не ел.